Вот в таком составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру. Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-е. Смотрим состав Манчестер Сити. Я совершенно не удивлюсь, если процентов 70 всего игрового времени мяч будет находиться во владении именно этой команды. Ну, они любят играть первым номером, усыпляя бдительность соперника неспешными, на первый взгляд, перепасовками. Ну, а затем взрываются и врываются в свободу. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Вулверхэмптон играет против Манчестер Сити. Спасибо, Георгий. Интересно будет посмотреть за предстоящим матчем. Многие ждут от него захватывающей борьбы. Ну и мы, конечно, в их числе. Кевин Де Брюйне сегодня, пожалуй, будет одной из самых популярных фигур на поле. Что думаешь на его счет, Константин? В первую очередь, я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Зоны. Ман-Сити с мячом. Первый тайм начался. Перехвачен пас. Родри. Бернарду Силва. Бернарду. Идут они в атаку. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Бернарду Силва. Родриго Эрнандес. Рахим Стерлинг. Спокойно разыгрывают мяч, ждут, когда соперник ошибется. Де Брюйне. Родри. И это пас вратарю. Перестарался немного игрок. Свободные зоны. Ман-Сити с мячом. Первый тайм начался. Перехвачен пас. Родри. Бернарду Силва. Бернарду. Идут они в атаку. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Бернарду Силва. Родриго Эрнандес. Рахим Стерлинг. Спокойно разыгрывают мяч, ждут, когда соперник ошибется. Де Брюйне. Родри. И это пас вратарю. Перестарался немного игрок.